Господин, уважаемое собрание, мира приветствую вас и благодарю вас за то, что у меня есть возможность рассказать о том, чему я за этот год научился и какие получил сведения, и также то новое, то, что сейчас есть в молодой медицине, то, что мы можем применять сейчас. Я прошу прощения, вы программу почитали, наверное, Юрий Алексеевич Крило, он председатель правления Воронежского общества врачей молодой медицины. Спасибо. Мой доклад «Мануальная терапия. Базисные компоненты реабилитации травматологических и ортопедических больных». Он имеет подзаголовок «Это регуляция медиальной двигательной системы механическими и рефлекторными факторами афферентных полей медиальной двигательной системы с контролем обратной биологической связью». И где это применяется в мануальной мышечно-скелетной медицине, ортопедии, педиатрии. Этот доклад был подготовлен совместно с Альбиной Николаевной Чижик-Полейко, профессором, доктором медицинских наук, моим учителем в детской ортопедии. Этот доклад был подготовлен не только вместе с ней, но и также по результатам тех конференций, которые за этот год прошли в Воронеже и организованы были Воронежским обществом врачей мануальной медицины при поддержке Российской ассоциации мануальной медицины и при поддержке как раз детских ортопедов города Воронежа. И в первую очередь это и Альбина Николаевна Чижик-Полейко, и Тагильного Александра Алексеевича. И первая конференция, которая была в марте, она собрала докторов из Санкт-Петербурга. Это Арсеньев и Курченко, которые представили как раз консервативное лечение сколиозов. И вывод после того, как эта конференция была проведена, был тот, что, в общем, и мануальные терапевты, и врачи лечебной физкультуры, и травматологи-ортопеды могут договориться. И мнение на одну и ту же проблему у всех схожее. И следующая конференция, которая была в октябре и была проведена уже в парусе «Надежды», ее докладная часть, а семинар, как обычно, в Восточном центре «Вета». Следующая конференция была проведена с участием ярославских специалистов. Так что гости из Ярославля приезжают не только в декабре, но и вот в октябре в город Воронеж. И доклады, которые были на этой конференции важные, это как раз хирургическое лечение сколиозов и мнение и хирургов, которые лечат металлом и руками, и консервативных ортопедов сходны. А именно, то, что ранняя диагностика сколиозов необходима, и то, что в Ярославле это реализовано, когда педиатры проводят раннюю диагностику сколиозов. Затем сформировано в Ярославле и консервативное лечение сколиозов, корсетирование Пашино, ну и другими технологиями, и не очень дорого всего, 11 тысяч рублей стоит этот корсет. И есть и ветрологическое отделение, которое, совершая чудо, выпрямляет сколиоз. И, собственно говоря, с тем, чтобы этим людям с больным сколиозом можно было помогать, часть технологий, которые я буду представлять, она и создана, и на ней будет сделан акцент. А именно эти технологии, это то, что в мануальной медицине есть, это те позы и движения, которые пациент, лежа на столе, применяет, укладывается в какую-то позу, и мы просим, создаем давление на нем, и просим этому пациенту совершать какое-то действие, запускаем его двигательный автоматизм. И таким образом совершается лечение. Упражнения, те же самые позы движения пациент может повторять дома, либо, если это с ребенком, то обучаются родители для того, чтобы контролировать и наблюдать с ребенком, иногда помогать. Если старшие дети, то они самостоятельно выполняют, им нужен только контроль и напоминание. И это все называется мягкие техники мануальной медицины.
что важно, то, что используется форма сопротивления материала Артез, необычная, это Новая Зеландия, обувь с амортизирующей управляющей подошвой, и форма и свойства материала Тинкур, на котором спит человек, и поза на стуле, и что важно, что все это контролируемо, как в каком положении находится тело человека и как оно работает, как двигаются его двигательные единицы. Сегодня был доклад о капах, артезах Мелбрейс. Это тоже важный активатор двигательной системы, который тоже мы начали использовать. Ну, можно использовать одежду, аксессуары. Очки – очень важная вещь, которая влияет на пациентов с нарушениями осанки и со сколиозом, и больные, которые имеют артрозы суставов нижних конечностей и также заболевания позвоночника. Ну и интересно, это фокальная сегментарная пилоидотерапия. Это доктор Коваленко Наталья Михайловна. Она совместно разработала такую технологию. В общем-то, она применяется в нее в клинике. В общем, и все это можно узнать на наших конференциях, которые два раза в год проходят. Хочу отметить, что в мануальной медицине есть вот такая странная ситуация, когда часть, и это академики, это люди, которые представляют академическое образование, они говорят о том, что, к сожалению, самое важное, что происходит в мануальной медицине, это привлечь пациентов. И мы видим, что представители каждого вида специальностей вкладывают дефиниции корпоративные и иногда тайный смысл, недоступные коллегам смежного цеха. И эта ситуация является и предметом разобщения, и гордости, и собственного превосходства с следующим проворным вычислением крику святых. Однако отрицание одной концепции другой конфессии с одновременным взаимозаимствованием эффективных приемов является обычным явлением. И приемы диагностики и лечения поражений опорно-двигательного аппарата методиками мануальной терапии, остеопатии, краниосакральной терапии, прикладной кинезиологии являются одинаковыми. Одна из них. В России это мнение о том, что наши технологии одинаковы у разных специалистов двигательной системы, остеопаты, хиропракторы, прикладные кинезиологи, мануальные терапевты. Это мнение поддерживают те люди, которые знают все эти технологии, которые знакомы с разными представителями специальностей. Но и так, это Алексей Егорович Саморуков, верхняя картинка, руководитель Российской ассоциации мануальной медицины, и он заведующий циклом мануальной медицины на Российском научном центре восстановительной медицины и ортологии, ведущем главном учреждении реабилитологии. Нижний – это Небонский Анатолий Тимофеевич, человек, который впервые обучился мануальной терапии в России, учился в 68-м году у Карла Игоревича Лерта. Ну, его продолжатель, Стариков, это главный специалист Министерства обороны по лечебной физкультуре. И Нечаев Владимир Ильич, тот человек, который, в общем-то, педиатрию развивает в России и в первую очередь в консервативном лечении. Эти люди являются носителями различных технологий, и современная русская мануальная медицина, она как раз и представляет собой человека, во-первых, который имеет академическое и русское врачебное образование и знает технологии, которые применяются во всем мире. Кафедра, это теперь университет имени Сеченова медицинский, как раз является ведущим главным нашим учреждением, на котором воспитываются мануальные терапевты. И что важно, что мы анализируем нашу медицину, наши действия в понятиях физики, механики, биологии, физиологии, теории функциональных систем и функциональных систем двигательной и сенсорной. Мы испытываем это клинической практикой. Если это все так, то
то все становится понятно. И ортопеды тоже могут применять эти технологии, которые там, за рубежом, называются мануальной медициной, а у нас они раньше, и когда я тоже обучался этому, я видел параллели, которые у нас тогда назывались консервативной ортопедией или массажем. Извините, такая же проблема. Хочу сказать, что ортопедия – это, конечно, выращивание прямого ребенка. И это очень активно и хорошо показал Арсеньев Алексей Валентинович в своем докладе. Вы все его можете увидеть на страницах канала в Ютубе в категории образования, которые я создал, и там видеоконференция выложена. Как раз и клинические доклады, которые мы делаем, ну и практические. С этим можно ознакомиться, затем применять собственные практики. К нам в конференции интересно приходить на семинары, потому что там практические вопросы рассматриваются. И, ну, если уж я сказал, что в биологии, то вот пример сколиоза экспериментальный, который это в начале прошлого века, годы 20-е, Магнус со своими помощниками. У меня это был кролик, у которого был экстирпирован лабиринт. И затем он жил как кролик и развивался, за ним наблюдали, затем его убили и посмотрели, что же произошло. Где-то месяца через 4. И на видео, в общем-то, выбыл сколиоза. К сожалению, в России это в 62-м году только было напечатано. Мы видим скелет, и мы видим, что справа короче, слева длиннее. Видим здесь глазничные, видите, орбиты больше, меньше. Видим крылья таза на разном уровне. Ну и видим, что шея тоже имеет дугу сколиоза. Обычно на рентгенограмме сколиоз это у нас представлен вот в такой картинке. Только позвоночник, без ничего других анатомических структур, а это сколиоз у человека. И здесь мы видим, синим отмечено, видно вам вот здесь, ограничение движения при наклоне вперед и совершение движения. Затем я скажу, каким методом это получается. Здесь мы видим, сравните, то же самое, да? Справа короче, слева длиннее. Здесь еще раз мы это можем видеть, на этом слайде видим также зубной электропицевидной формы на нижней челюсти, ну и отклонение и высокое небо у человека со сколиозом. Ну и вывод напрашивается о том, что экспериментальное воздействие и значимая асимметрия афферентного поля, вызванная у животного, она, у млекопитающего, она имеет, по-видимому, такие же основы, как у человека. И эти основы – это филентное поле, это нейрональная сеть, которая распределяет как по длиннику, так и по поперечнику свои сигналы. И один мотонейрон может целую сеть двигательных единиц активировать по всей цепи кинематической от пальца до темени или до мягкого неба. И двигательные единицы, которые и выполняют конечный этап активации этого афферентного поля. Мы поговорим потом, какие. А и в первую очередь это двигательные единицы слабые, неутомляемые. Это то, что у нас работает всегда. Остребляет кислород и поддерживает нашу форму. И изменяет ее медленно и плавно. А затем уже включаются другие двигательные единицы скорости и силы. Да, сила невысока, но утомления нет. И посмотрим на скорости. Минут 20, ну, 40 будут работать, затем будет спад. И, вот спад здесь, и эффективность двигательных единиц силы. Полторы минуты и затем спад. Не будут они вовлекаться в двигательную активность. Поэтому
людям, у которых страдает форма тела, нельзя говорить: идите и качайте спину. Мы будем выращивать только балласт на себе, который не будет использоваться в обычных действиях, а будет использоваться только тогда, когда он эту нагрузку выполняет. Почему? Потому что увлекаются эти двигательные единицы в работу только тогда, когда датчики силы, вот он здесь нарисован, активируются больше, чем на 75% от возможного выполнения работы. Только тогда. И система накачивания, она очень физиологична в этом своем смысле слова. Малое количество повторений и максимальный вес. И, соответственно, эмпирически выполненные упражнения, а именно большая тренировка, большего времени, и это небольшого усилия, то, что, например, хатха-йога или другие, или современные пилатес или колонетика применяются, вот именно они-то и должны быть востребованы, не назначаемы пациентам с нарушением формы туловища. Или обучиться врачу-ортопеду технологии мануальной медицины, то, что называется, ну, то, что это Карл Дональдович Левит и Янда в своей книге в 93 году были изданы в России, написали, эта информация есть там. И вот это распределение давления. Этот слайд как раз из материала презентации Алексея Валентиновича Арсеньева. И мы видим, как распределение, и мы знаем, что распределение давления влияет на рост костной ткани. И как же оно влияет? А влияет, мы знаем теперь чем. Физиологи нам дали ответ на этот вопрос. Механоселективные ионные каналы, которые есть в каждой клетке, и которые изменяют работу этой клетки, ее функции, обмен веществ, и в первую очередь в костной ткани, что имеет отношение к сколиозу. Но это касаемо любого вида ткани, любой клетки, как эндотелия сосудов, так самих мышц, так и раковых внутренних органов. И мы видим, что изменение положения стоп может повлиять на двигательную систему в любой ее точке. Собственно говоря, как и другие афферентные поля, биологическая значимость которых актуальна в данной ситуации. И это закон Гютера-Фольтмана, известный, когда растет ненагружаемая часть позвонка и не растет та часть, на которую нагрузка совершается. Таким образом, если мы создадим условия для роста и формирования человека, распределив нагрузку внутри его тела, то, собственно говоря, часть проблемы сколиоза может быть решена. И мы знаем эти примеры, это пример работы ДНК, в первую очередь, то, что они представили, и в их работе как и корсетирование, как и методы физиотерапии, так и ортезирование стоп и физкультура. Но на что нацелено наше действие, и почему это работает вот так, и почему мы волей не можем это сделать, это медиальная двигательная система. И туловище, и его центр находятся в мышечке, а в коре головного мозга волевой, вот оно сколько, столько для большого пальца, вот у нейрона столько на туловище. 90% через непрямые ядра, и волей только 10% туловище. Точно так же к некоторым группам мышц плечевого и тазового поясов. И важно, что внутри этих интегрированов мы видим, что осевая мускулатура и общается, и создает движение и направление вправо или влево. Ну и афферентные поля, которые можно активировать, представлены на этом слайде. И что важно, это афферентное поле стопы, знак локализации, возникновения либо сгибания рефлекса рецепропного, либо опоры, когда напрягаются все мышцы и образуют колонну. И теперь мы видим здесь рефлекс опоры, рефлекс колонны, который в этих зонах, и просто эти двигательные единицы вовремя не выключаются. И те, которые не отмечены, и механические способы, которые мы можем регулировать, они
подобны тому, как человек в естественных условиях формировался. И именно понести в человека в те условия, которые будут формировать его давлением или другими факторами, мы сможем получить результат. К слабым воздействиям чрезвычайно чувствительны открытые неравновесные системы, к которым относятся и организмы. И контроль, каким образом мы можем осуществить за своими действиями, это фрикционный тест по Алексею Горовичу Самарукову. Функциональная асимметрия легко контролируется. Функциональная асимметрия осевых мышц туловища, мы видели, что это значит сразу работа интернейронов, она контролируется плавно просим пациента наклоняться, и пальцы свои ставим на него, и он наклоняется. И видим, будет феномен опережения с одной стороны или не будет его. Почему по Самарукову? Потому что подобный тест я видел в разных интерпретациях. Но именно Алексей Егорович, он его условия определил и физиологическую подоплеку подвел. Обратим внимание на огромное количество врачей, которые каждый занимается своей зоной и своим эфферентным полем, не обращая внимания на все остальное. Сегодня звучал доклад о капах Миобрейс. И если мы эфферентное поле активируем, вот здесь во рту, если мы создаем условия для работы мышц этой области, в первую очередь языка, то тогда двигательные единицы мышц, располагающихся сзади, работают по принципу реципрокности. Здесь язык напрягается, и губы работают активно, здесь расслабляются, шея становится длиннее, и пациент, жалующийся очень часто на боли в шее с высоким стоянием лопаток, и имеющий диагноз остеохондроз и все такое, получает облегчение фактически тут же после того, как ему капу поставили в рот. Понятно, что это не все такие пациенты, это группа пациентов, но они есть, и это необходимо использовать. Ну и артезы стопы, которые имеют значение для того, чтобы человек стоял и удерживал равновесие ровно. Влияются как? Терапия, и мы видим, что начинается она с диагностики, и терапия применяется совместно с ортезной коллекцией ОС и обязательно с контролем за выполнением то, что мы сделали. А именно, сразу пациента надел на него ортез и посмотрел, как будут двигаться его мышцы. Если это осевые мышцы мускулатуры, то флексионный тест. Если это в первую очередь мышцы конечностей, то тест силы применяем по Дэвиду Рифу. Ну и вовлечение пациента в терапевтическую деятельность – это важная и необходимая вещь, которая в этих технологиях обязательна. И фактически, если у пациента есть капа, ортез, повязка или знание упражнений, но он этого не делает, это, собственно говоря, приводит к фиаско этой концепции. Собственно говоря, я, пожалуй, сегодня закончу. И мой последняя будет фраза касаться того, что создание в естественных условиях тех форм, тех условий близких, в которых мы формировались, это задача ортопедии, это задача ортезной ортопедии. И она реализована в большой части проекта, в большой части технологий, которые могут применять люди, которые занимаются и связаны с регуляцией двигательной системы. Спасибо за внимание.